Ёб твою мать! Юль, подожди, авария. Ладно, давай перезвоним. Это нет, не у меня. Подожди. Сейчас для выбора доступны 5 вариантов, среди которых шоколадные сразу такая, нет, зачем мне машина? Так как надо умудриться? Ну, тут еще как раз в медицине. Скорость интернета всегда.
что-то видно. А? Нет, все вот это все. Да раз, блядь. Хуя, у нас главное было, Володь. У нас стоп. У нас стоп? Гондон, блядь. У меня двое детей, но я часто сталкиваюсь. Ай, молодцы. Ну а что такое? Ну подумаешь, ну спросили. Ну там, ну не замужем. Ну не нашла принца. А как лучше ответить на этот вопрос? Что за хуйня? Смотри. Прямо едут все. Ну. Открыли новую дорогу. Не, что он делает? У нас это встречка. Дедуля. Нихуя. Ты чё, блядь, исполняешь? Ты чё? Он вообще неадекватен, короче, такие. Охуеть, вот это жесть. Бля, ну если бы это был молодой пацан какой-то, я бы его не пропустил. Это дед, блядь. Охуеть можно. Можно на YouTube выложить, блядь. Ну да, нарезку включить какую-нибудь. Бля, дед, ну видать, побутал хули, старость, не радость, блядь. На унылый рассвет. И даже думать не хотелось, каждый по своим адресам. Блядь, дурак! Куда ты поехал, нахуй? Тормози, блядь! Чем ты
трясти попкой. Ой, ебаная, блядь. Получается, что 300 жителей в 15 квартирах, а что получится у нас? Мы считать умеем? Ну вот у нас 14-этажный дом. Сколько там у нас жителей? Посчитай. Минимум 400. О, смотри. Кио, вообще. Ну наглость, слушай, это вообще. Ну. А у тебя это вот нет, да? Этого? Что, он все снял, да? Ох, нифига себе. Слушай, он здесь. Стоп, он на пол повернул сейчас. Вон. Может, задним все-таки, давай. Опа. Ты ему фарм посигна? А как? А он же поедет дальше сейчас. Он же не поедет. Почему он не? Он понял меня, у него зеркало свернуло, сейчас он его поправил. Наглый вообще, как танки. Че, пофигу, да, что ли? Да. Ничего. Можно отправить в суд и все. И пусть что хотят, то и делают вообще. Это их не проблема потом уже будет, а не наши. Слушай, а может быть это действительно в компьютер выложить тоже? Сначала выложить раз. Пусть начальство посмотрит. Много звуков. Ну, а что делать? Я говорю, много звуков от тебя. Ну ладно, все. Кстати, а ты не посмотрел, что там что-нибудь там? Скорее всего, ничего. Ну, царапинка. А что он тебе сказал? У тебя, говорит, что-нибудь там есть? Ага. Of ordinary Americans, Hillary is passionate about changing that. Also on the video, Clinton herself pointed out the Supreme Court case was based on corporate funding of a movie attacking her candidacy. You dumbass! They took aim at me, but they ended up damaging our entire democracy. We can't let them pull that same. And I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. La da 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 da. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I could've cheated and I could've passed, but I got high. And I know why. Why, man? Yeah, hey, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Go to the next.